ДНР. А что же дальше? В Донецке продолжают звучать опасения, что ДНР может вернуться в состав Украины. Но давайте посмотрим на факты. В ДНР ввели новые номерные автомобильные знаки. Они практически такие же, как и в России, только нет региона. В ДНР ходят фейковые рубли 97-го года. Впрочем, как и по всей России. А еще в ДНР изменились почтовые индексы. Они теперь не пятизначные, как это было на Украине, а шестизначные, как в России. После выхода ДНР из состава Украины, в ДНР изменились практически все названия государственных учреждений. К примеру, в ДНР появилась миграционная служба. Практически как в России, федеральная миграционная служба. А с марта 2016 года в ДНР появились собственные паспорта. И они практически ничем не отличаются от паспортов Российской Федерации. И все это появилось далеко не вчера. Давайте вспомним Евро-2012. Донбасс-арена. Играет Англия с Францией. Россия! Харьковчане не обиделись, хочу также напомнить о матче Голландия-Дания, который проходил в Харькове в рамках чемпионата Евро-2012. Россия! Это на голландском матче. Россия, кричат. И после всего этого, о каком возврате ДНР в Украину может идти речь? Ведь армия лишь один раз может стрелять в свой собственный народ. Второй раз она стреляет уже в чужой народ.